Всем привет, уважаемые поклонники комфортных автомобилей. Сегодня у нас Mazda CX-9. Не новый кузов, автомобилю сколько, 8 лет. И делаем мы здесь все по топчику. Топовая система шумоизоляции салона Rolls-Royce, естественно. Шумоизоляция моторного щита и пластика торпеда со сливом фреона. Здесь мы полностью доберемся до моторного отсека и сделаем вообще все по топчику. Будем делать также капот и посмотрим, возможно, еще добавочно сделаем жабо. Для тех, кто не знает, жабо — это пространство под дворниками. И здесь делаем еще теплоизоляцию. Этот гость живет через реку от нашего гостя на Прадо, который был с города Нягань. Вот чудеса, с одного и того же места два уже автомобиля приехали. Круто! Сегодня мне досталась торпеда, в общем, как всегда. Что сказать-то? Смотрите, печка какая необычная здесь стоит для задних пассажиров. То есть я первый раз такое встречаю, и вообще этот автомобиль первый раз на студии. Печка здоровая, мы ее будем потом снимать, потому что мы здесь снимаем торпеду, сливаем фреон, убираем все убираем, то есть останется голый металл. Сюда, естественно, тоже кондиционер идет, это все откройте, потом все уберем, чтобы под ним можно было монтировать материал, все четко. Таких сложностей пока я не вижу. Очень много саморезов. То есть сейчас автомобили у нас делаются в основном на пистонах, там трик-трик-трик, качелкнул, и все готово. А здесь каждый саморез на каждую деталь, то есть сидит все четко. То есть за этого, скорее всего, и она не скрипит, не хрустит, как нынешние автомобили наши. Будем разбирать по ходу, рассказывать параллельно. Смотрите, кому надо, учитесь. Сам тоже буду учиться, потому что первый раз. Небольшие трудности нам приходится снимать жабо. Для чего? Под жабо у нас стоит болт через моторный отсек и держит торпеды. Торпеды мы, как я уже говорил, мы снимаем не просто пластик, а вместе с усилителем, со всей фигней, с кишками, как говорится в простонародье. Ну что, отметили, как у нас дворники стояли. Это такой лайфхак для тех, кто будет снимать дворники, например. Ну, чтобы ровно по ним же выставить, чтобы не уходило больше, не уходило меньше. Откручиваем дворники здесь, снимаем жабо. Во многих автомобилях, то есть, не надо снимать жабо, а вот эти болты, которые сейчас мы будем откручивать, искать, они просто под капоткой. А здесь большая подкапотка, то есть жабо большое, и торпеда, сами видите, там тоже прямо огромная. Из-за этого такие небольшие сложности. Вот он, наш злосчастный болтик. Не болт, а болтище. Сложность у нас была в том, что установили сигнализацию, то есть дополнительно, и она, как всегда, в большинстве случаев идет через торпеду. То есть ее засовывают, они же не знают, что мы будем снимать. Через этот, через там, через лабиринты, и очень сложно, потому что все это распутать. Но мы это сделали, справились, время заняло. То есть подсняли уже, там пацаны держали, тяжело. Я уже снимал, они тоже помогали. Как бы небольшая сложность в этом была. Сейчас нам еще предстоит снять пластик, отделить от металла, потому что нам сам пластик надо вибродемпфером обработать и шумопоглотитель.
лучше это сделать на земле, чем там ковыряться, то есть внизу под торпедой. Про эту сигнализацию, она у всех индивидуальная, потому что каждый установщик сигнализации ставит по-своему. У нас попадались множество случаев, где сигнализация вообще не мешала, то есть она там оставалась, мы торпеду снимали, во, класс, типа, красавчик вообще. Множество случаев, где наоборот мешает, то есть в основном время задерживает вот этот ток, дополнительные какие-то оборудования. Автомобиль мы начали разбирать уже где-то в 11 часу, сейчас время 15 минут второго. Пластик торпеды уже демонтировали, три мастера, старший мастер Ильяс, помладше чуть-чуть Рузиль и Ильнас втроем. Они сделали такой результат. Салон отсутствует, пластик торпеды отсутствует, и крыша уже завибродемпфирована. Black Joker 2,7 мм, самый топовый вибродемпфер для тонкого металла. В этом же автомобиле, так как он из города рядом с Няганью через реку, там тоже холодно, морозы бывают до 45 градусов, поэтому здесь дополнительно делаем теплоизоляцию. Base 4, конечно же, будет вторым слоем. И поверх него уже смонтируем герметон А15. На Мазде, конечно же, щиты. Здесь пластик такой. На Мазде трешки, допустим, он какой-то даже жирный. То есть вибродемпфер, да, прикатывается, все нормально сидит. Ну, не так уверенно, как держался бы, допустим, на металле или на пластике на корейце. Здесь абсолютно такой же пластик. Хорошо, что он не сильно рифленый, иначе были бы проблемы с прикаткой вибродемпфера. Стандартный 16-сантиметровый динамик сзади, и здесь система Bose, поэтому огромный 18-сантиметровый мидбас в передней двери. Круть. Музыка, кстати, здесь очень круто звучит. Единственное, динамики очень часто вылетают, потому что, ну, боятся они влаги. У них центрирующая шайба отклеивается, начинает тр-тр-тр. После проклейки, конечно, они уже ходят намного дольше. Видимо, клей, который используется при сборке этого динамика, ну, не такой водостойкий, как, допустим, момент. Вот эти вот полости немцы, допустим, забили бы чем-нибудь, как это бывает в Мерседесах. Здесь, конечно, получаем гулкую пластину, которая резонирует и все-таки шумит. Но не это главное. Я увидел тут Карлсона. Здесь стоит печка для задних пассажиров. Если вы знаете, на Прадо, допустим, он стоит в заднем крыле, потому что салон длинный, здесь три ряда и задний ряд. Конечно же, штатным отопителем спереди никак не прогревал бы до нужной температуры. Вот это устройство помогает догнать, так сказать, до крышки багажника тепло, ну или холод. Ватин здесь не сказать, что толстый. Странно, что они поверх не делают такой резиновый слой, который очень хорошо бы глушил шум. Но здесь бензиновый двигатель, здесь не дизель, поэтому, я думаю, наверное, не так критично. Но с ним было бы лучше, тем более для завода сделать это, ну, копеечка же станет. А комфорт прям на порядок. Это же Mazda CX-9, не CX-5. Между прочим, новый CX-9 стоит, ну, как квартиры прям. Ну, и очень круто выглядит, конечно. Прям вот. С ним поспорить может только Санта-Фе. Мне вот два автомобиля нравятся, CX-9 и Санта-Фе. Я между ними еще повыбирал бы, кого из них выбрать. Ну, так, была бы возможность, конечно. А так пока на Мазде шестерке покатаюсь 2007 года выпуска. Хотел вам показать привод пятой двери. Здесь он на червячной передаче. Очень необычная конструкция, обычная. Либо колено моторизированное, либо цепь, допустим, как на Mercedes V250.
А здесь червячная передача. Прикольно. Обычно червячный механизм, он такой, ну, сильный, скажем так. Это, наверное, благоприятно сказывается зимой на открытии этой двери, если там сугроб намерз такой килограммов под 5. Поэтому здесь можно смело, добротно, хорошо шумировать, конечно же, облегченным вибродемпфером. В нашем случае это во всех системах делается вибродемпфером шумов L2. Он на 30% легче обычного M2, но такой же эффективный. Никому глаз не проколол, надо бросать эту привычку, как этот Д'Артаньян, туше. На фоне творчески редактирующего М4 Рузиля я вам расскажу немного про арку. Арка, с одной стороны, хорошая. Здесь есть второй металл. В многих точках он точечной сваркой к самой арке, так сказать, приварен. Это усиливает жесткость конструкции, но не очень хорошо для того, чтобы ее шумоизолировать, потому что приходится шумоизолировать второй металл. Чтобы снять вибрацию, естественно, надо смонтировать на первый металл. Поэтому придется как бы, ну, максимально там, где можно добраться до первичного металла арки, все-таки его хорошо задемпфировать. Ну а здесь, соответственно, по плоскостям и те точки крепления к арке будут, скажем так, быть проводниками снятия вибрации для вибродемпфера. Немного заморочено, но попытался объяснить подробнее. В общем, была бы голая арка, как на RAV4, задемпфировали бы четко. Здесь делаем не менее четко, но с небольшим геморроем. С левой стороны у нас есть доступ к крылу. Небольшой, где-то вот так примерно. Можно смонтировать материал, но добраться до дальнего участка крыла, конечно, не получится, потому что здесь топливная горловина, через которую непосредственно автомобиль питается бензином. С правой стороны в крыле стоит усилитель. Здесь система Bose или Bose, кто как называет. В общем, его можно снять и все четенько сделать. В верхнюю часть, конечно, не добраться. Допустим, на Mitsubishi Outlander можно и верхнюю часть хорошо задемпфировать. Ну, в принципе, в основной своей массе по багажному отделению, наверное, никаких таких особенностей нету. Обычно все. Никаких препятствий для шумоизоляции я не вижу. Все должно обычно обратно собраться. Вполне себе нормально. Обратили внимание, сколько вибродемпфера, кстати? Там на полу были огромные такие листы. Здесь тоже. Что, конечно же, очень положительно сказывается на общем комфорте. Здесь ровные полы. Шумоизоляция пола немногим напоминает шумоизоляцию мультивена. Практически все ровное. Надо максимально много оставлять места только на крепежах. Остальное все смело можно закатывать. Все прекрасно соберется. Нету выступа под заднее сиденье, который обычно бывает, допустим. Здесь этот выступ начинается уже непосредственно в самом багажном отделении, а не с подсидушного пространства. Вы, конечно же, задаетесь вопросом, почему же мы не убрали, тем более с этой стороны вроде бы и кондиционер отключили. Дело в том, что это не только кондиционер, но и отопитель тоже. Внизу к нему подходят трубки с антифризом. Их, к сожалению, да и к счастью, может, не надо отцеплять. Есть возможность максимально смонтировать под ним. Вот он поднимается, и все прекрасно под ним можно смонтировать и прикатать. Поэтому во избежание воздушных пробок, которые могут неизменно появиться, не стали это делать. Ну и посмотрите, как мы добрались до моторного щита. На моторном щите, кстати, как правило, металл толще, чем на полу. Но если честно, наверное, не здесь, потому что на простукивании металл такой же тонко гулкий, как и на полу. Но на полу хотя вибродемпфер есть, а там нету. Но он армирован чуть-чуть и состоит из... где-то два, наверное, слоя. Вот я отсюда на шлепку вижу. Даже с трех. Сверху возле лобового тоже. Конструктивно жесткая конструкция, но на внешние раздражители в виде вибрации работы двигателя, мне кажется, она очень хорошо поет. И войл там маленький. Без никакого резинового слоя. Можно было сделать лучше. Чуть-чуть добавив бюджета. Чуть-чуть дав по пальцам маркетологу, инженеру, который хотел сделать лучше. Но получилось, как получилось. Что я здесь нашел? Комбинированный материал от компании Mazda. Это вспененный теплоизолятор на фольге
с битумным основанием. Битум, понятно, снимает вибрации определенные, демпфирует материал, но после битума нету фольги, а сразу идет губка. То есть работа у него слабоэффективная. А для чего фольгированный слой? Непонятно. Просто, наверное, что было, то и прилепило то мудило, которое сюда лепило. Видели надпись? FOMOCO, что значит Ford Motor Company. Зачем придумывать, вот все китайцы говорят, вот там они сперли, там, здесь, короче. А здесь напрямую просто взяли, заказали. А зачем придумывать то, что кто-то уже сделал, и это прекрасно работает. Сбережете бюджет, и, наконец-то, хоть можно было бы нормальные материалы делать. Но нет, мы и бюджет сберегли, и материалы, ну, материалы сэкономили. Не, на самом деле, это датчик здесь. Приходят три провода. Скорее всего, либо, может, на парктроник это динамик. Может, еще как-то, не знаю. Подписчики, я думаю, скажут. Да, кстати, может быть, кто-нибудь из подписчиков у нас знает, что же, что за блок от Ford Motor Company здесь стоит. Подходят три провода. Тома. Торпеда здесь снимается вместе с усилителем, есть корневые разъемы. Не сказать, что это делается просто, есть определенные сложности, но в целом, в общем и целом, это можно сделать достаточно просто. Смонтировать, конечно же, все материалы, Mix-S Special Edition, Гермитон А30, обработать также пластик и все обратно собрать. Как вы видели, здесь даже не надо снимать щиток приборов. Но антискрип мы в любом случае сделали. Поэтому, кто занимается шумоизоляцией, в принципе, в должной мере и довольно часто, для него это будет просто. Материал вы можете заказать от 5000 уже с бесплатной доставкой практически по всей России. Практик финиш, крайний слой. Здесь он будет заканчиваться прямо перед рельсами задних сидений, иначе будут проблемы со сборкой. Обязательно, конечно же, оставляем хорошие пятки под монтаж всего салона. Также практик финиш, конечно же, усиливает арки. Остается накинуть все штатное и начать собирать салон. Но это уже будет завтра. Сегодня мы останавливаемся на этом результате. Я, кстати, завтра отдыхаю. Завтра продолжит уже старший мастер Ильяс. Сегодня, кстати, тоже очень много вам полезного рассказал. Также двери, остаются арки, капот. В общем, много еще интересного впереди. Багажное у нас отделение готово не под ключ. Осталось еще смонтировать Black Joker на крылья. Также, естественно, теплозвукоизолятор Base 4. Ну и PR Гермитон А15, естественно. И внутреннюю часть арки тоже. Доступ хороший, усилитель убрали. С этой стороны, как я уже говорил, до горловины бензобака все вполне себе доступно, можно смонтировать. Остальные все узлы и блоки, вот эти вот, как червячный вал от подъемника. Нифига прикольно, у него резьба прям такая не мелкая, а такая длинная. Ну да, на мелкую станешь ждать, пока поднимет.
Привет еще раз. Второй день у нас настал. Практически сборку закончили. Несмотря на то, что это был Rolls-Royce, собралось довольно-таки, ну, неплохо. Мне понравилось. По торпеде что могу сказать? По торпеде у нас сложность только в том, что очень много саморезов и очень много накладных частей, которые снимаются отдельно. То есть, если брать новые автомобили, то там снял маффин, снял климат и практически все выходит. А здесь там пластик, тут пластик, тут пластик, то есть все практически отдельно выходит. И за счет этого только время отнимает. А начали делать вот дверь. Разбираем дверь, я здесь вижу вот такую, сейчас я покажу вам, штукенцию. Вот такая толстая, сзади у нас мастика. Она была приклеена кусочками здесь на дверь, именно только водительская. Видимо, у них забота о водителе идет каким-то образом. Все остальные двери, то есть пустые. Я сейчас все это отдираю, то есть... Ну, такая себе занятие, потому что все надо будет убрать. Ну все, смотрим, поехали дальше. Заканчиваем мы шумоизоляцию с арок. Обычно начинаем, а сегодня заканчиваем. Ладно, не суть. А здесь первый слой — это М4 в золотом цвете. И на самом пластиковом локере вторым слоем М2 защищаем полностью. И поверх него комфорт 6, вспененная резина. По краям мы здесь задули антигравием для того, чтобы который вот локер не такой широкий и вибра будет торчать. Задние вообще полностью будем задувать, потому что там нету локера завода вообще. Ноль. То есть первый слой также смонтировали М4, сейчас подготавливаем поверхность, хочем, чтобы не испачкать. И вторым слоем только антигравий будет. Заливаем обратно фреон. Мы же его сливали, потому что кондиционер доставали, но с печкой отопление все. Также мы здесь дольем антифриз обязательно, то есть не уедет пустым, все было четко, классно, в режиме одного окна, он никуда потом не заезжал, сервисы куда-то заправлять и т.д. и т.п. То есть, чтобы все было максимально удобно. Сегодня мы вам больше показывали, чем рассказывали, и поэтому смотрите внимательно, или точнее посмотрели уже, что я туплю. Весь чубаза устал, то есть все, арки сделали. Закончили автомобиль. Всем пока. Подписывайтесь обязательно.